Джордж, а пойдем погуляем около дома? Пойдем, Синка. Ой, Джордж, сегодня такой сильный ветер, меня аж сдувает. Да, вот это, может, пойдем домой? Нет, Джордж, давай еще погуляем. Ой, Джордж, смотри, что это там? Это ветер сегодня. Джордж, посмотри, сколько их много. Ух ты, здорово, Пеппа. На них можно прыгать. Давай со мной. Ух ты, Джордж, точно. Давай прыгать на воздушных шариках. Джордж, ну что, кто первый будет хлопать шарик? Давай я попробую. Вот этот, оранжевый. Ой, у меня не получается. Ну, Свинка, давай я тебе покажу, как надо хлопать шарики. Хоп! Видела, Свинка Пеппа? Здорово, Джордж, а я так не могу. Что это такое? Шарик. Ну вот, у меня никак не лопается. Джордж, покажи еще. Конечно, Пеппа. Джордж, не смейся, я не могу, у меня не получается. Пеппа, да тут проще простого. Смотри, разбегаешься и прыгаешь. Вот. Джордж, ну хорошо, сейчас я попробую. Так, что ты там говоришь? Нужно разбежаться и хлопнуть. Ух ты, у меня получилось, Джордж! Ай, здорово! Пеппа, Пеппа, оставь мне, я хочу еще похлопать шарики. Оставлю, Джордж, оставлю, давай теперь ты. Так, какой бы шарик мне лопнуть? А, Пеппа, давай синий. Хопа! Ой, опа! Джордж, Джордж, теперь я. Так, возьму оранжевый. Зеленый, ух ты. Красный, ой. Ой-ой-ой, а что, шариков больше не осталось? Нет, Пеппа, шариков больше нет. Ой, ну и что теперь делать будем? Не знаю, Пеппа, пойдем домой. Точно, Джордж, пойдем домой. Мам, пап, мы пришли! Мы с Джорджем хлопали шарики, нам было очень весело! Ну что, ребята, пока! Подписывайтесь на канал и смотрите новые мультики про Свинку Пеппу!